У МИТа готовится очередная замена. Панкратова Дарья. Вместо кого? Мне кажется, вместо Клыковой. Долго Давыдова. У нее выбивает мяч Смирнова. Скидка. С фолом нет? О, опять этот же элемент Строкова делает. Мне кажется, она уже очков 10 в этой четверти набрала. Последняя минута четверти. Смирнова наверх на Мельникову. Будет обыгрывать. Мимо, а защищалась. Сама же взяла. Что? Давайте посмотрим, что скажет Терехов. Девятый номер, по руке остальные. Наташа Вергелес. Вышла Панкратова Дарья вместо Гордовой Людмилы. У нее три фола, я уже говорил. Первый штрафной точим. Второй мимо. Раньше времени. Еще раз. Второй точим. Пошли. Давыдова в проход. Да, спалила Тарасова. По руке. Смотрим. Первый штрафной мимо. Второй тоже мимо, благодаря дедушке. Мельникова. Тарасова. Пробежка, да. Да. Тридцать одна секунда первой четверти. Толкачева перехватывает. Великолепная скидка, великолепная скидка, два очка Смирнова, еще и потеряли мяч. И у нас закончилась первая четверть со счетом 14-21 в пользу МИИТа. Давайте обратим свое внимание на трибуны, кто у нас из гостей есть, давайте глянем. Здесь вижу семью Панкратовых, дочь главного тренера и жена Полина. Здесь кто? Я, к сожалению, не узнаю пока всех. Ваня Грищенко, игрок БК Московского. Здесь Борислав Гуляев, президент БК Мизон, ведет свою трансляцию. Коллеги, можно сказать. Дальше смотрим. Александр Маврин, игрок Черного снега. Здесь на второй полке, если можно так сказать, на верхней трибунах Илья Малых, игрок IT Москва. Здесь дедушка, он, да, не буду даже говорить чей, мама Толкачева Ирины, Ярослав Седов, игрок БК МГУ, Кирилл Лозинский, игрок МГПУ Марка. Здесь Елена Мелехина. Просто Елена Мелехина. Думаю, достаточно будет для тех, кто знает. Дальше. Значит, у нас начинается вторая четверть. У Марки старт. Мельникова, Хатунцева, Тарасова, Толкачева, Смирнова. У МИИТа Клыкова, Строкова, Бабаева, Татарникова и кого-то одного не назвал. Нет, всех. И Давыдова, да, конечно. Строкова. 3 секунды у Давыдовой, да.
Рога играет. Мельникова, отличная скидка. Хатунцева мимо. Из-под кольца после великолепной скидки. Страсти накаляются, я чувствую это. Тарникова. Лыкова. Прошу прощения, Давыдова. На ней свалили. 12 номер. Два штрафных будет пробивать. Давыдова первый точно. Второй тоже точно. Счет тем временем 23-14 в пользу МИИТа. Тарасова сама пойдет. Да, с фолом, великолепно. По руке, один штрафной. Замена у Марки. Вместо Жени Хатунцевой выходит Яна Москвина. Перед этим матчем состоялся матч за третье место. Играли «Черный снег». Точно, Тарасова. «Черный снег» и «Бизоны». Команда «Бизонов» завоевала бронзовые медали. Долго МИИТ. Вот, у Бабаева выбивают мяч. 6 секунд на владение. Татарникова. Да, фол, конечно, Александра Мельникова. Спалила на Давыдовой. Замена Наталья Вергелес. Вместо кого? Вместо Строковой Марии. Клыкова 2 очка мимо. Смирнова на подборе, молодец. Спину очень хорошо поставила. Тарасова.